Приветствую, с вами Лилия Донскова. И следующий этап ухода за кожей, то есть подготовка кожи к макияжу, это выравнивание тона лица. И я использую два средства, иногда три. Это праймер и тональную основу. Сейчас моя любимица, это тональная основа Fluid от Giordani Gold компании Oriflame. Начинаю с праймера. Праймер – это такое специальное средство, которое выравнивает кожу. Я беру небольшое количество. Можно наносить кистями, можно наносить пальчиками. Если вы делаете, да, себе, то можно просто пальцем. Я распределяю на пальчиках это средство и аккуратненько наношу на всем лице. Немножечко захватываю область кожи под глазками, лоб. Что дает праймер? Он позволяет тональной основе просто растекаться по лицу и ложиться ровненьким, тоненьким слоем. Закрывает все поры, выравнивает кожу. Даже уже просто нанеся праймер, становится понятно, что лицо стало более холеным и готово к нанесению тона. Я даю несколько прям там минуточку, чтобы впиталось это средство, ну и даже можно без этого. Далее. А тональную основу можно носить разными методами. Можно носить пальчиками, можно носить специальным блендером, спонж-блендер использовать. Я люблю кисти. Моя любимая кисть вот такая вот четкая, ровная, набивная кисть, очень пушистая. Я люблю использовать ее, потому что она как бы порхает по коже лица, распределяет тон тоненько, нет перерасхода средства. И буквально прям за несколько секунд кожа становится ровненько. Единственное, что в этом средстве не очень удобно, что оно вот такой вот с пипеткой, и приходится каждый раз откручивать тюбик, чтобы набрать это средство. Я обычно это делаю таким образом, то есть я на руку выкладываю небольшое количество основы, беру кисть и вот так вот набираю тон на кисть. То есть распределяю по кисти и начинаю наносить на лицо вот таким образом. То есть заполняю нос, крылья носа, и начинаю проходить по массажным линиям по всему лицу. Сейчас еще немножко средства наберу. Расход у средства очень маленький, а за счет этого мне прям нравится. Хватает надолго. Помните, что не должно оставаться вот этой четкой линии между лицом и шеей. Поэтому делаем такие смахивающие движения. И уводим к ушкам, мочки уха, волосяной покров, вот где начинается рост. И лоб обязательно. Чувствуете разницу уже, да, лицо? Я просто нанесла тонким слоем Fluid. Что сразу заметно должно быть, что лицо уже холеное, и используя Fluid, даже не нужна пудра, потому что он уже создает эффект, как будто бы лицо припудренное. За счет этого мне нравится вот работать с этим средством, потому что оно такое уникальное, универсальное. Ну и сделаем то же самое на второй половинке. Я, кстати, губы тоже закрашиваю тоном, потому что потом помада красивее ложится, контур просто порхает по губам. И хорошо-хорошо проходим всю область кожи. Если под глазами серьезные проблемы, там синяки или коричневые круги под глазами, то можно использовать корректор специальный для глаз, консилер. Ну, я им практически никогда не пользуюсь, только так вот редко, куда-то на выход. Вот и все, лицо готово, смахиваем, наводим до ушек, волосы. И вот такой получился холст. То есть лицо готово к тому, что мы будем наносить косметику. В принципе, даже если сейчас просто подвести брови, подкрасить тушью, можно цветной тушью ресницы, губы, можно немножко румянца добавить, то уже, в принципе, макияж готов. Потому что красота начинается именно с красивой, ухоженной кожи. То есть, когда кожа вот сияет, она ровная, такая идеальная,
Все, вы уже хорошенькая, вы уже просто прелесть, можно идти и в пир, и в мир, да, распустить волосы, тряхнуть гривой, и все, вы красотка. Поэтому пользуйтесь средствами по уходу за кожей, и помните, что тон, он помимо того, что дает вот красоту кожи, ухоженность, он еще содержит ультрафильтр. Например, в этом тоне SPF 12. Это значит, что мы дополнительно защищаем кожу от негативного влияния внешней среды. Потому что на первом месте, первый фактор старения кожи – это солнце. То есть солнечные лучи, они разрушают нашу кожу и старят ее. Поэтому защищаемся, прихорашиваемся и готовы на выход. До следующих роликов. Пока-пока!